Вот, обратите внимание, это чеснок. Ему 5 дней. Вот он уже. Не знаю, масштаб. Вот попробуем вот так вот смасштабировать. Растяжка моих пальцев 25 сантиметров. То есть, вот видите, уже 25 сантиметров есть. Это 5 дней. Вот этот я вчера, видите ли, дело в том, что из агроламп очень-очень плохо фокусируется камера. Вот вчера я еще добавил чесночку и для интереса лук. Правда, сейчас он находится в периоде покоя и не может прорасти, но мне интересно, а вдруг прорастет? Если прорастет, я вам обязательно покажу, что из этого получится. Вот так же, вот такой вот чесночок, вот сейчас. Вот. Если можно это увидеть, вот на этой чесночинке уже появился побег. Это вот буквально 10 часов назад он был в грунт помещен. А вот этим 5 дней. То есть моя конструкция работает. Вот посмотрите, я говорил, когда рассказывал, что надо обтянуть все это дело фольгированным чем-то, светоотражающим. И, кстати сказать, в предыдущем ролике я устанавливал только 3 лампы, но световой поток оказался недостаточен. Это вот нижний гроубокс. Вот он. И здесь, как видите, все, в общем-то, чувствует себя довольно-таки печально. А вот в этом, где я усилил и добавил лампы, сейчас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ламп. Этот поток оказался очень действенным и эффективным.